Так, ну с Рексом мы уже сражались, конечно, криты это опасно, но все равно он нас не пробьет за один удар, а два он сам не выдержит. Ладно, давайте сделаем так. 2274, такой вот у нас двойной урон. Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и давайте мы заглянем сейчас в топ-1, у которого 6200 практически очков, какие у него есть существа. Игрок 20 уровня, так, у него, ух ты, прикольно, вот этот трицератопс гибрид обычного трицератопса, триастроникс, да, у нас он есть, Early Dominus, да, вот в английском варианте он написан Early Dominus, я его буду называть так, потому что Early Cominus в русском варианте, это какой-то лошара перевел, так написал. Магнипериттер у меня есть, Ютаринекс, Юта кто-то там есть, Монастиготопс есть, вот это вот Аласина, что-то там у меня его нет, а вот этого парня, ребятки, мы сейчас будем создавать. Это существо, которое входит в топы. У многих оно есть. Вот и здесь он есть на втором месте. И давайте на третий глянем. И на третьем месте тоже он есть. Его используют. Так, ранг обновится. А, это просто баллы. Баллы пересчитываются. Я думал, сейчас полностью табличка перестроится. Да, и как вы видите, мы перешли в поместье Локвуда. Ну, в прошлой серии уже это было. Которую я снял только что. Ну, если не было, то вы ее, значит, скоро увидите. Но думаю, она уже была. Так, и вот это, ребятки, герой нашей сегодняшней серии. Лютое и свирепое существо, уникальный супергибрид, да, по меркам Jurassic World The Game, это у нас как супергибрид. У нас идут гены Дейна Хейера обычного, которых просто жесть, я их... Сколько мне пришлось их наловить, чтобы вот эту шкалу заполнить. Там, короче, дикий расход идет. 2000! 2000, ребята, идет. Это сложнейший, уникальный. Ну, в принципе, как и эндораптор, тоже этих ловить велоцирапторов пачками, да. Ну, и вот этот у нас дилоранозавр. Давайте делаем слияние. Последнее и единственное, которое я могу сейчас сделать, да. И создаем. Вот такая вот тварь получилась у нас. Чем-то похож на Early Dominus. То есть он по структуре похож на Early Dominus. Ну да, основная структура тела у него от Дейна Хейера. Да, вот такие тоже большие передние лапы, когтистые. Но есть гребень, как у уранозавра. То есть, ну, дилоранозавр, это дилофазавр плюс уранозавр. И у нас сюда перешло тоже тема. И гребешок такой, как ну, у монолофазавра, да. Не такой, как двойной, как, он, как у дилоса, да. Но... Это черта его. Давайте сначала прочитаем. Исследователи предполагали, что Дилорахейрус, так зовут это существо, будет обладать примечательным воротником, как у дилофазавра, точнее у дилоранозавра, из которого он создан. Но вместе этого получившийся супергибрид может похвастаться острым спинным парусом. Линии на нем дают основания полагать, что он может менять цвет, как современный хамелеон, но пока что ученым это не доказано. Что у него, ну, у него же инвиза нет. Типа, ну, как хамелеончик, да, предполагается, что может менять. Давайте, статы. Так, жизнь, ну, 21 уровень, неплохо, да, 2700 на 1000, ну, скорость, это, как обычно, понятно, все терезинозавроиды, да, такие вот скоростные, и эти дилофазавроиды и велоцирапторозавроиды, да, короче, драмеозаврики, да, в том числе, тоже шустрые. Так, крит 5%, брони нет, ну тот же, как бы, такой же, как бы, конкурент Early Dominus. Так, что есть? Снятие отвлечения, нанесение урона, скорость цели понижается, то есть себя очищает, да, частично, и замедляет цель на 50%, на один ход всего лишь, к сожалению. Ну, как бы это, в принципе, это плохо. Зачем? Зачем эта штука, может быть, понадобится? Если у нас противник будет, который будет замедлять нас на 30%, а мы его на 50%, то есть мы будем все равно первым. То есть если мы его замедлили, потом в ответ получили замедление, то мы останемся более быстрыми. Есть снижение урона, как у дилосов, да. Есть паралич 75%-ный и есть удар с подменой. Ну, такая вот комбинаха. Ну что, ну время его протестить.
У нас продолжается празднование Дня влюбленных, хотя сегодня у меня уже 15 или даже 16 число. В общем-то, такая вот у нас есть башня. То есть два боя я прошел, нам осталось еще пройти 1, 2, 3, 4, 5. 5 боев, и мы получим 3 награды. Это круто. Давайте смотреть, что у нас за противники. Сражайтесь против отборных, отобранных существ, сообществом существ в ударном событии в вторая половина. Ну, что бы это могло значить, вторая половина? В общем-то, у нас есть раптор шустрый, да, и я взял вот таких вот парнишек. Давайте, в принципе, сейчас сходим вот этой всей семейкой. А, что-то вот так вот, да. Пойдем вот так. Значит, что, начнем, наверное, все-таки с нашего, как там, Диларахейрус он называется. Это я уже прям и забыть успел. Ночной кошмар. Ну, это мы, ночной кошмар. Великий шинкователь. Я бы так сказал. Так, Диларахейрус и Диларанозавр. Ну, начнем с него. Он у нас быстрый. Так, тиранозавр обладает сильным укусом. Естественно, мы будем его уменьшать силу удара. Ну, это был что, одинарный урон? Блин, он нас кританул. Блин, это всего лишь одинарный урон. Конечно, это печально. И тут выживет. Ну ладно, давайте сейчас весь арсенал используем. О, офигеть себе он кританул. Раптор, 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 раптор. 15 и 700 должны выжить. Должны выжить. Фух, да, и вот мы себя очистили и его замедлили. То есть теперь мы точно быстрее, потому что 50%, даже если бы он нас замедлял, это много. Мы бы все равно обходили первым. То есть это такой прокачанный раптор, я бы сказал, да, замена раптору. Хотя велоцираптор остается самым быстрым, со скоростью 132. Ух ты! Давай, как раз у нас удар. У, блин, что-то он так криты раздает. У него же все, там 5%. Это нам как-то фартануло. Так, Эрлик, эпический Эрлик. Пришел и получил победу. Ну и давайте нам приз. Так, вот такие вот у нас парализаторы сейчас идут. Да, кого мы возьмем? Кого мы возьмем? Ну, будем брать все тех же пока что ребят. Давайте возьмем именно ту же команду. Мы все-таки не успели даже остальных потрогать. Будем испытывать на прочность нашего Диларахейруса, да, сколько сможет он существ пробить. Ну, в этот раз он пробил, в принципе, всех. Но уровень существ противника растет, и, думаю, даже уже эту битву он не переживет. Так, Ютазина. Все-таки снизим ему урон. Но дело в том, что второй удар у него будет. Ну, у него точнее не будет второго удара, но был бы он замедляющий, да, скорее всего. Блин, у него сейчас опережающий паралич. А, я так и знал. Иммунитета у нас нет. Но паралич не сработал. Мы очистились и ударили по полной. Блин, подождите, почему удар был... А, у него же броня, блин. Я думаю, почему меньше 1000? Мы же очистились. Так, вот это еще очередной такой парень. Нанесение урона X. Урон от цели снижается на 50%. А при чем тут урон от цели? Скорость цели должна снижаться. Что-то это налажали с описанием Синцератопса. Так, ну смотрите, он как-то удивительно долго держится, да, получается справляться нам. У него что-то не шибко много-то и здоровья, нету даже 3000.
Ну, Ютаратор нам уступает по скорости. Ну, давайте, я вам уже мог бы добить. Ну, сделаем вот так. Но он, увы, не сможет нас убить. Ну, довольно живучий как-то пока что. По результатам этих двух боев он до сих пор держится. И довольно быстро уничтожает врагов. Так, идем в нашу следующую битву. Противники у нас уже 15, 16, 17. Давайте, кстати, я сейчас вам покажу показатели обычных существ. Смотрите, 2 на 20 уровне, 200 на 900. Просто двойной урон и ускорение. У эпического 2300 и 1000. В общем-то, то же самое. Только добавился удар с подменой. Одинарный урон. Так, теперь смотрим Диларанника. Жизни больше, удар меньше, ну плюс-минус, короче, у них одинаковые показатели, да. Есть снятие отвлечения, замедление скорости на 50%. Вот уже появился здесь удар от дилофазавров и рапторов, снижение урона и паралич появился. Вот эти два удара не свойственны обычным терезинозавроидам, да. Есть паралич, подмена и снижение урона. Здесь же у нас есть двойной удар, это более классические получаются удары Дейнахейруса, да, есть, в общем-то, ускоряющий удар, двойной урон, подмена и вот невидимость у нас тоже от Индоминуса досталось. Собственно говоря, это единственное, что досталось от Индоминуса, ну и иммунитет, естественно, да, 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 ну и вот наши такие удары. Так, так, так. А это у нас Ютаринекс, да. Тоже, кстати, очень похожие удары. Смотрите, есть паралич, есть снижающий удар на полтора. Побег, кстати, тоже крепкий парень. Надо его качать. Есть опережающий паралич. Он мне даже больше нравится, вот, чем тот, что у меня был Туарамалох. Но у меня здесь вот сейчас еще есть Парамалох. Кстати, они все очень похожи, да. Есть удар, подмена. Тоже крепкий парень. Два паралича. Это как... Как Синоцерат. Не, как... Как вот этот, ё-моё, стегоцератопс, фух, вылетел с головы. Ну, идем той же командой, пока что наш герой сегодняшней серии все живет и живет. Значит, пытаемся его убить дальше. Так, ну с Рексом мы уже сражались, конечно, криты это опасно, но все равно он нас не пробьет за один удар, а два он сам не выдержит. А это я так, может, и зря сказал, да? Так, без крита это отлично. Ладно, давайте сделаем так. 2274, такой вот у нас двойной урон. Подменились на Эрликозавра. Здесь у нас Раптор. Давай вот так. Это позволит нам сделать два хода. Так, ну я его так добиваю, да? Да, добиваю. Индоминус, да что вы говорите? Ну, конечно же, конечно же. Выпускаем нашего зверя. The Beast. Шинкователь. Великий шинкователь. Я его так буду называть. Так, ну, иммунитет, но ему он не поможет. Ну, это опять же, противник тупит, не использовал инвиз. Invisibility, то бишь невидимость. Так, предпоследний бой, ребятки, у нас идет. Оу, Алосинозавр появился. Появился вот этот вот подлец. Я хочу против него взять вот этого парня. Вот этого парня мы возьмем.
великих парализаторов, что ли, взять? Ну, давайте так пойдем. Я бы хотел вот запарализовать этого синоцератопса. Давайте начнем с парализатора. У него первый удар все равно плохой. Аллосинозавр появился у нас. Что нам прилетит сейчас сквозь щит? Полтора урона нам прилетит. Это почти труп. У, еще и с вот таким вот, конечно, критом. Это не прикольно было. Есть оглушение. Блин, не добивай, обидно. Добил. Да, но не против того врага, конечно, он появился. Рассчитывал бы я лучше на другое существо. На вот это. Ладно. Очищения же у него нет. Нет, но паралич сейчас будет прилетать. Это, кстати, очень плохо. Это очень плохо. Тут надо вот меняться, а на кого меняться? Вопрос непонятен. Ну ладно, Ютаринекс. Потому что параличи сейчас будут лететь, а мы хоть так бы пропустили ход. Ну давайте постоим, подождем. Ну да, да, да. Главное, чтобы не третий ход. О! Блин, зачем я опережающий использовал? Ладно. На тебя, получи то же самое. Вот это я хотел сделать. Все, покойник. Покойничек, покойничек. Есть, тем же оружием победил его. Так, обычный Дейнхер, это классно, существа все быстрые. Это прикольно. Куда ни походи, мы ходим первыми. Но этому, походу, будет хана. Ну, если я его не подменю, то он не выдержит аллозавра. Да, не добивает он. Ну, давай. Давай подменимся. Может, этот выдержит. Но сейчас опять сейчас же прилетит больно. А, у него всего лишь два, это же обычный. Но кританул, кританул, конечно. Это одинарный урон, к сожалению. Было бы полтора, я бы его уже пробил. А так все-таки пробьет. Да, пробьет. Да, ну крит. Без крита бы выжил. Без крита бы выжил. Ну, очень легко идет эта эпическая башня. Такой. Итак, последний бой. Уху-ху-ху-ху. И он совсем непростой. Так. Кого будем брать? Давайте. Блин, магнипериттер здесь есть. Вот так давайте пойдем. Так, первого возьмем с иммунитетом, потому что, мне кажется, с великой долей вероятности будет спинатозух первым, поскольку он быстрый. И лучше взять кого-то с иммунитетом. А вообще-то, это магнипериттер, блин, а классная тварь. Магнипериттер. Он может нейтрализацию включать. Так, три Астроникс. Больно, больно, да. У нас удар, черт подери. Ладно, вот это давай. Не хочу использовать просто нейтрализацию. Если сейчас Индоминус тут появится.
Ладно. Ах, таких пробил скритом. Пробил скритом. Давайте существо с иммунитетом, потому что сейчас нам точно будет прилетать кровотечение. Но я его и так пробью за два удара, без проблем. Нам абсолютно пофигу на это. И давайте подменимся. И индоминус, да, сейчас должен быть. У нас дилоранозавр. Не лучший вариант. Лучше бы тут был магнипиритор. Больно, но не смертельно. Ладно, вот так давай. Так, и наш сегодняшний герой. Блин, вот немножко ему не хватило хелсов. А, блин, я магнипирит раслил уже. Черт подери, я что-то ждал его. А его нет. Ну, противник не использует инвидимость почему-то, вот когда, ну, компьютерный интеллект. Но здесь как бы без проблем. Четырнадцать костырей. Так, у меня 31 000 велоцираптора. Уже, правда, некуда его девать. Лучше бы насыпали трицератопсов и там дейна. Дракорексы мне нужны. Обычные дракорексы. И бариониксы. Давайте глянем еще на нашего великого шинкователя. Давайте его подраконим. Я же его как бы не дразнил. Кто вам, ребятки, больше нравится? Дилорахейрус или Эрли Доминус? Или, может, даже кому-то больше нравится Дилоранозавр, например? Не, ну, как по мне, то Дилорахейрус, короче, выглядит круче, чем Дилоранозавр. А вот Эрли Доминус, наверное, более устрашающе. Ну, в общем-то, мнение ваше жду, ребята, в комментариях. На этом все. До скорых встреч.